И всем привет, с вами Александр Навас, дорогие. Сегодня я буду рассказывать вам, как правильно одевать наушники для киберспорта. Ну, как я, например, одеваю для турниров. И для этого понадобятся обычные наушники и такие наушники, которые убирают звук. То есть лишние звуки убираются, и у вас остаются звуки из этих наушников. Почему не с микрофоном? Потому что микрофон — это все фигня, и лучше делать так. Итак, надо подключить, во-первых, эти наушники, что я сейчас и сделаю. Так. То есть обычные наушники, просто вот такие вот наушники. Да, кстати, они должны быть необычные, они должны быть вот такие. То есть это будет короче, это будет длиннее. Сейчас так покажу. Вот. Это один наушник, а это второй наушник. Ну, я думаю, все понятно. Так, я подключаю сейчас эту штуку. Так. Подключил я наушники? Да, подключились они, да? Ну да, да, подключили, все. И теперь... Это же что-то показалось. Так, окей. Это я выключаю, потому что это мне сейчас не нужно. Это все настройки, 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 все настроено. Так, одеваем наушники. Я одеваю так, получается. Так вот. Одеваем наушники. Вот так, чтобы было. Теперь одеваем эти наушники. Вот так вот. То есть в этой стороне у вас ничего не должно быть. Должно быть только в этой. И сейчас поправлю наушник, а то у меня что-то вот так вот должно быть. Так. Все, дальше одеваем эти наушники, чтобы закреплялось это все здесь. И было как бы, то есть звуков вообще не слышно, кроме тех, которые в наушниках, в первых, которые я надел. Все, то есть здесь все готово. Здесь находится микрофон. Как вам показать? Вот тут находится микрофон, в котором можно переговариваться, смотря в какую игру вы играете. Ну... Вот, в принципе, все. Я, в общем, вам все рассказал. Дальше будет подборка убийств. Так что все. Приятного вам просмотра. И все. Всем пока. Terrorists win.